Максим, привет. Записываю видеоотзыв на твое менторство. Коротко обо мне. Меня зовут Виктор, я проживаю в городе Кемерово. 10 лет проработал в крупном компании. И вот в начале 2020 года из нее ушел. Резко обвалился у меня доход. И, в принципе, я сменил направление деятельности. И мне предстояло в течение там, полугода опуститься на дно, ну и как-то из него выбраться. В принципе, точка... А у меня было 50 тысяч рублей, я за полгода ее достиг и не понимал, как дальше мне расти. То есть я начинал выгорать, дофига работать, не по 8 часов, а по 12, ну и как бы не понимал, как мне выйти на другой уровень вообще в принципе. То есть что-то я делал не так. После месяца менторства Максима я чувствую себя в переговорах намного увереннее, да это чувствуется. Не только мной, а окружающими, да и клиентами моими. Я подробно рассказываю, что я буду делать с их проектом. Максимально открыто отвечаю на все вопросы и смело называю цену. Соответственно, те люди, которые выступают с позиции жертвы, хотят, чтобы за 5-10 тысяч рублей я спас их от их проблем, либо заработал кучу бабла, естественно, отсеиваются на этом этапе, и с чистой совестью мы расстаемся с ними. Либо... У нас складываются замечательные отношения, замечательные проекты, которые нравятся и мне, и результаты этих проектов нравятся и заказчикам. Я получаю офигенные, большие положительные отзывы. Мои контакты передают знакомым и компаниям. Все крутится и растет. Я 100% перестал делать то, что мне не нравится. В целом, применив, наверное, 50% инсайтов от менторства с Максимом, и вот ко второму месяцу я вышел на X3. Это, конечно, с одной стороны некомфортно, но я благодарен Максиму за те понятные примеры, когда он объясняет сложные вещи на доступном языке, на каких-то обыденных и понятных вещах любому человеку. За его... концентрированные, сжатые знания и опыт, который он передает в индивидуальном формате под каждого человека. Разбираешься ты, Максим, в этом. И я рад знакомству и трансформациям. Это здорово. Я в следующий раз, видимо, запишу видео, когда выйду на X10. Спасибо, Максим.